Футболисты украинского клуба «Тернополь» провели необычную тренировку. Поле на их домашнем стадионе замело по колено. Поэтому в преддверии очередной игры спортсменам пришлось на один день снять привычную форму и вооружиться лопатами, чтобы убрать снег с газона. Футболистам помогали тренеры и преданные фанаты. Некоторые из них подсчитали, что общими усилиями со стадиона было убрано примерно 3000 кубометров снега.